каждый год в декабрьскую пору принято друг друга поздравлять, говорить знакомым с Новым годом, счастья и здоровья всем желать. Повторялось это ежегодно, так по всей стране из раза в раз. Только это все не актуально, вот с чем я поздравлю вас сейчас. С Новым годом, QR-кодом, с Новым годом вас, друзья. С Новым годом, QR-кодом, без него сейчас нельзя. С Новым годом, QR-кодом, с Новым годом вас, друзья. С Новым годом, QR-кодом, веселись, Россия вся. Код нам очень много разрешает, можно хоть в театр, хоть в музей. Только все придется в одиночку, если кода нету у друзей. Кодом можно хвастать на работе, код вас избавляет от хлопот. И если код не сделали, не страшно, коды с нами явно не на год. Я хочу совет дать, если можно, знаю, как повысить нам контроль. Надо, чтобы люди прививались, продавать по кодам алкоголь. С Новым кодом, QR-кодом, с Новым кодом вас, друзья. С Новым кодом, QR-кодом, без него сейчас нельзя. С Новым кодом, QR-кодом, с Новым кодом вас, друзья. С Новым кодом, QR-кодом, веселись, Россия вся. Все.